17 августа 2024 год. Пишут в комментариях, куда вы будете бежать. В Англию или дальше. Послушайте, ребят, многие из нас, многие, правда, воюют еще с 2014 года. Ну, там, кто с перерывами, кто без. Как вы думаете, если в 2014 году мы не сбежали, когда, я в 20-й раз рассказываю, в моем подразделении поначалу даже пулемета не было, не говоря там про БТРы там какие-то. То есть нас расстреливали ДРГшники в посадке, погибали у нас пацаны. У нас не было на тот момент даже пулеметов. Пистолеты, автоматы, ну пистолет у офицера, автоматы у личного состава. Если мы тогда не сдреснули. Как вы думаете, сейчас, когда Курскую область там уже там мосты взрывают, захватывают украинские вооруженные силы, когда перемещаемся на Брэдли, на Макс Про, там, я не знаю, когда у нас Сузанны, когда у нас там Хаймерсы. Сейчас самое время, думаете, нам сдреснуть и сбежать куда-то? Вы серьезно, блин? Когда за день берут там 100 человек, блин, пленных, роту, вместе с этими ахматовцами, эти лапти-аладдиновцами, блин, со всеми этой мишурой этой. Мы защищаем свою страну, понимаете? Кто хотел сбежать, тот ну, либо сбежал, когда попал там, да? Кто-то там добровольцем там пошел. Я, кстати, не вижу, что-то у россиян добровольцев, чтобы кто-то штурмовал там сейчас военкоматы. Давайте отобьем Курскую область назад, Кемскую волость. Да, кто-то сбежал из украинцев, там, кто-то косил, кто-то ухилян, кто-то уже там из войск в СЗЧ. Вопросов нет, но у нас все равно достаточно много для того, чтобы надрать вам зад. Ну да, ну в Курской области, там кто сейчас? Американцы, может, вас там нагибают? Или французы, там какой-то иностранный легион? Восьмидесятка, с которой я, у меня вот, в моем подразделении хлопец в 80-ке в 14-м воевал, я в 92-й воевал. На одном и том же месте, только он был первой волны мобилизации, а я третий. Ребятки, России кабзда. И это, в общем-то, было понятно, ну, Российской Федерации после аннексии Крыма. То есть, я же говорю, я в 15-14 году написал. Российская Федерация после аннексии Крыма продержится не намного дольше, чем Третий Рейх продержался после аннексии Суди. То есть, там 7 лет было, здесь уже 10 лет. Ну, как бы, делаем скидку. Это летальная ошибка. Опять же, я в 2014 году писал, что аннексия Крыма – это публичный первый случай в третьем тысячелетии публичного суицида целого государства, Российской Федерации. Это неизбежно. Там, куда там кто сбегать будет? Сейчас вы в плен сдаетесь, сейчас вы отступаете, сейчас вы сдаете свои территории. Впервые после Второй мировой войны, между прочим. Так что, ребят, не переживайте за нас, там сбегать, не сбегать. Мы воюем, и нам помогают, конечно, воевать. Спасибо большое. Пойдет ленд-лиз быстрее, так я думаю, мы и до Москвы доберемся. Почему нет? Не вижу никаких причин. Курск, Москва, во вкус вошли. Все будет нормально, ребят. Смотрите, куда вы бежать. У вас там Сибирь большая, ну, в общем-то, вам есть куда. Занимайтесь этим. А то сейчас я смотрю, эти гражданские ваши жалуются, что никто их не вывозил. Так собирайтесь потихонечку, уже пора. Серьезно. Все буду Украина.